И всем привет, с вами я, Александр Новасов. Сегодня я играю в Rainbow Six Siege. И сегодня я играю опять в Vanity Road. Мы сегодня играем в реалистичную сложность, как я вам и обещал. Так что давайте поиграем. Мы с вами будем играть где-то... Ну, как пройдем, так и пройдем. Ну, да, это надолго, видать. Ну ладно. Посмотрим, поиграем. Что получится, то получится. Ладно. Надеюсь, опять заложника нам защищать не придется. Ладно. Попробуем. Что получится, то и получится. Так, реалистичный. Во! Нет! Я ненавижу эту карту, потому что здесь придется. Ну и выходить я ливать не буду, конечно. С этой карты, но все-таки, ладно, давайте сыграю. И что получится, то и получится, ребят. Потому что здесь я буду в какой-то маске, и она немного будет мешать игре. И поэтому. Поэтому это будет мешать игре. Опять новобранец откуда-то взялся. Ну, ладно. Посмотрим, что получится. Давайте. Начинаем. Цель обезвредить взрывчатку. Мы готовы. Так, я немного ниже камеру сделаю. Так. Потеряли деактиватор. Нужно вернуть его. Так, окей, идем. Как так? Эй, чувак! Не вали своего. Конечно, да, это круто. Ну что происходит, я не понимаю. Что вы делаете? Что происходит? Да, конечно. Давайте уже сливайте, потому что втроем вы не пройдете никак. Это невозможно. Что не мог убить. Окей. Заряд найден. Ваша задача установить деактиватор. Так. Что они проходят, ладно. Брави. Так.
Деактиватор установлен. К обороне. Ну и чё? Убежал. Ладно. Они пройдут вообще или нет? Ну и что? Ну давайте. Взрывчатка найдена. Ну, давайте. Нужно деактивировать ее. Давайте посмотрим с другого. Так, с щитом лежит. А это тоже немножко. С щитом. Ну, и что дальше? Слабо просто было ударом это все сломать. Ну и чё? Будет они делать что или нет? Деактиватор работает. Всё, ждите противника. Thank you.
Остается 15 секунд. Отключение заряда через 5 секунд. Эти зрители взрывчатку. Все? Они прошли. А это значит, что видеоролик заканчивается. Я вам сказал, если мы пройдем, то мы будем в следующей части тогда это делать. Ладно. Как получилось, так и получилось. Ладно, играем. Так как я никого не убил, наверное, я нифига не получу. Нет, получу. Ну ладно. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Новасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Новасов. Пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока.